Добрый день! Сегодня мы рассмотрим мышку Adjust Desert Eagle 6D фирмы HQ Tech. Давайте рассмотрим ее поближе. Мышка выполнена в классном стиле, очень модная, красивая, недаром относится к игровому классу. Имеет при себе 6 кнопок, одна из которых изменение чувствительности DPI. Кстати, имеет она чувствительность с порогом 600, 1200, 1600 и 2400. То есть отличная игровая мышка. Порт у нее USB. Сенсор оптический. Здесь никаких дополнительных кнопок, клавиш нету. Однако есть уникальные ножки. 4 уникальных ножек. Это бесшумные ножки с тефлоновым покрытием Ultra Slick. Что это обозначает? Это обозначает, что при работе у вас не возникнет шумов никаких от самой мышки. То есть отлично вообще. Что ничего не должно отвлекать от непосредственно игры. Правильно? Правильно. Длина кабеля у нас составляет 1,8 метров. Поддерживает данная мышка все операционные системы, включая macOS, и подойдет всем. Наработки на отказ, стоит отметить, у нее 8 миллионов циклов, а также ширина канала передачи 32 бит. Все потребности игроманов, я думаю, она превосходно выполнит. Благодарю вас за обзор, ждите нас в следующих выпусках. Спасибо, до свидания.